Ноутбук Transformer с эксклюзивным шарниром ErgoLift, благодаря которому ноутбук может раскрываться на 360 градусов. Тонкорамочный 4K OLED-дисплей с высокоточным сенсорным управлением. Это легкое и компактное устройство с высокой производительностью. ZenBook 14 Flip OLED прекрасно подойдет для серьезной работы и развлечений. Всем привет! Мы с вами на неизменном нашем месте в Asus студии. И сегодня я хочу вам рассказать про Asus ZenBook 14 Flip OLED. Линейка ZenBook достаточно обширная. В нее входит много различных моделей под любые задачи. И сегодня у нас необычный ZenBook, а именно ноутбук Transformer, то есть Flip. Главной фишкой ноутбуков трансформеров Asus является эксклюзивный шарнир ErgoLift, благодаря которому ноутбук может раскрываться на 360 градусов. И перед вами открываются дополнительные сценарии использования ноутбука. О них, а также о самых важных особенностях и технических характеристиках мы сегодня с вами и поговорим. Погнали! Легкий, изящный, невероятно универсальный ноутбук предназначен для продуктивной творческой работы в любых условиях. ZenBook 14 Flip OLED весит всего 1,4 кг, а толщина его корпуса составляет 15,9 мм. Такое устройство поместится практически в любую сумку и станет отличным помощником в дороге. Полноценный комплект интерфейсов позволит легко подключить к ноутбуку всю необходимую периферию. Но о портах ввода и вывода я расскажу чуть позже. ZenBook 14 Flip OLED прекрасно подходит и для серьезных работы и для развлечений благодаря мощному процессору AMD Ryzen 9 5900HX с графическим ядром AMD Radeon и большому объему оперативной памяти до 16 гигабайт. Он легко справится с любыми задачами. В его современную аппаратную конфигурацию также входят скоростной твердотеленакопитель объемом до 1 терабайта и беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6. Высокоэффективная система охлаждения Ice Cool Plus поддерживает три режима работы вентилятора, которые можно выбирать через приложение MyAsus. В ноутбуке установлены 8 и 6 мм тепловые трубки и пара вентиляторов Ice Blades. Их крыльчатки, насчитывающие 87 и 83 лопасти, изготовлены из прочного жидкокристаллического полимера. Они легче и тоньше, чем у обычных вентиляторов, а сами лопасти имеют изогнутую форму, продуманную с точки зрения аэродинамики. Результат – усиленный поток воздуха при меньшем уровне шума. Кроме того, вентиляторы Ice Blades работают на гидродинамических подшипниках, которые способствуют снижению вибрации и шума по сравнению с подшипниками других типов. Дисплей. Тут у нас реализм в каждом оттенке. Любой контент выглядит на ноутбуке ZenBook 14 Flip OLED более реалистичным, ведь он оснащается великолепным OLED-дисплеем с так называемой исчезающей тонкой рамкой и разрешением до 4К. Тонкорамочный дисплей Nano Edge, которым оснащается ноутбук, обладает соотношением сторон 16 на 10 и поэтому предоставляет на 18% больше экранного пространства по сравнению с обычными экранами формата 16 на 9. Увеличенная высота дисплея позволяет увидеть больший фрагмент веб-страницы или документа без скроллинга. Идеально подходит для чтения, набора текста или программирования. Также дисплей может похвастаться точной цветопередачей, подтвержденной сертификатом Pantone Validated, кинематографическим цветовым охватом 100% DCI-P3 и расширенным динамическим диапазоном технологии HDR. Его эргономичность, в том числе низкий уровень излучаемого им синего света, сертифицирована независимой лабораторией TU Framework. Также экран обладает высокой яркостью до 550 кандел на квадратный метр. Но вы только представьте, какая потрясающая совокупность технологий. OLED-экран, 4K, HDR, время отклика, кстати, 0,2 миллисекунды, 100% DCI-P3, тонкие рамки, относительная площадь экрана 88%. Я думаю, каждый пользователь будет точно в восторге от такого яркого, детализированного и насыщенного красками изображения. Буквально все оттенки выглядят более насыщенными, чем на обычных дисплеях. Идеально и для профессиональной обработки фото, видеоматериалов и для отображения любого мультимедийного контента. OLED-дисплеи отлично передают черный цвет. Каждый их пиксель состоит из трех субпикселей, светящихся самостоятельно. При отображении черного на OLED-дисплее пиксель просто выключается. Более черный цвет получить просто невозможно. Результат – невероятная четкость отображения темных оттенков. С таким дисплеем можно будет обнаружить много новых деталей даже в многократно просмотренных фильмах. Кино для вас заиграет новыми красками. Как я уже говорил, благодаря эксклюзивному шарниру ErgoLift ноутбук может раскрываться на 360 градусов. И самое время вам показать сценарий использования нашего ноутбук-трансформера. Давайте-ка по порядку. Первый.
Назовем его, ну, неким классическим вариантом в привычном нам виде, с раскрытой крышкой ноутбука. Мы можем работать с документами, серфить в интернете, выполнять свои какие-то задачи, печатать текст, общаться в чатах с друзьями и коллегами, монтировать видео в Premiere Pro или работать в любом другом подобном софте. Второй. Мы отгибаем клавиатуру в противоположную сторону от дисплея и располагаем его в режиме так называемой палатки. Экономим место и пространство. Открыли, к примеру, Photoshop или Lightroom и сидим, обрабатываем свои фото для заказчика или личного использования для соцсетей. Здорово! Третий. Из этого положения мы можем повернуть ноутбук и положить клавиатурой на стол. И тем самым получаем экран, который можно регулировать под определенным углом наклона. Идеально для просмотра медиа-контента. Поставили, включили YouTube или интересный фильм и наслаждаемся отдыхом. Также замечу, что в таком положении ноутбук занимает гораздо меньше места, если бы здесь была клавиатура в классическом виде. Ну и четвертый. Из текущего положения мы можем полностью раскрыть экран на 360 градусов. И устройство превращается в планшет. Снова раздор для творчества, чтения электронных книг или статей из любимых новостных ресурсов. Если вы, к примеру, художник, то сможете рисовать и воплощать свои идеи в жизнь. А в этом поможет стилус с распознаванием 4096 уровней давления. Ведь экран обладает высокоточным сенсорным интерфейсом. Либо же можете делать заметки и составлять список продуктов, которые наметили купить. В рабочих задачах также можно, к примеру, помечать какие-то замеры в проектировании квартиры или комнаты, записывать точные размеры, количество и объем стройматериала. В общем, вариантов использования масса, и каждый для себя найдет сценарий, который подходит больше всего. Ну, либо вообще использовать все устройство по максимуму. Как мы уже выяснили, ZenBook 14 Flip OLED — это универсальное устройство, готовое справиться с любыми задачами. Помимо высокой производительности и широкой функциональности, этот ноутбук может похвастаться современными средствами информационной безопасности. Реализовано множество полезных дополнений, которые облегчают жизнь пользователям. Например, TouchPad NumberPad 2.0 может работать в режиме цифровой клавиатуры, а для быстрой разблокировки устройства служит сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. ZenBook 14 Flip OLED поставляется с новейшей версией программного центра MyASUS, включающего в себя коллекцию различных приложений и утилит, которые помогут извлечь максимум из этого ноутбука. Они позволят подключить ноутбук к смартфону, оптимизировать его производительность, связаться с поддержкой и так далее. Особо отмечу приложение Screen Expert, оконный менеджер, облегчающий работу за ноутбуком при использовании многоэкранных конфигураций. В приложении MyASUS также имеется функция Clear Voice Mic, которая способна отфильтровывать фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter еще и выравнивать громкость отдельных голосов во время конференц-звонков. Функция Clear Voice Speaker аналогично устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь ноутбука четко слышал своих собеседников. Также ноутбук наделен великолепной аудиосистемой, сертифицированной специалистами фирмы Harman Kardon. Ну вот мы и подобрались к портам устройства. ZenBook 14 Flip OLED предлагает пользователю современный комплект интерфейсов, включающий разъемы HDMI и пару портов USB-C 3.2 Gen 2 с пропускной способностью 10 гигабит в секунду с поддержкой ускоренной подзарядки. С другой стороны, находится разъем USB 3.2 Gen 2 Type-A, а для карт памяти имеется картридер формата microSD. Ну и для подключения звукового оборудования удобный комбинированный аудиоразъем. Ну что, в заключение скажу. Этот ноутбук действительно добавит ярких красок всему, что вы делаете. Творческая деятельность, бизнес-работа, общение или отдых за просмотром мультимедийного контента, неважно. Все ваши задачи будут выполняться с максимальной продуктивностью. Высокая производительность, 4K LED-экран, высокоточное сенсорное управление, эффективная система охлаждения и, самое главное, раскрытие на 360 градусов за счет экранного шарнира Ergolift. Ноутбук прекрасно подходит и для серьезной работы, и для развлечений. Ну а я вам говорю, до свидания, как и всегда, не прощаюсь, до новых встреч, ребят, спасибо большое за просмотр. С вами был Никита, впереди у нас много интересного и неизведанного. Пока!